Подготовка к единому дню голосования выходит на финишную прямую. С этой недели на избирательных участках Петербурга выдают открепительные удостоверения. Единый день голосования намечен на 18 сентября. Для людей, которые день выборов встретят в больничных стационарах, будут развернуты временные пункты. К людям, прикованным к постелям или по состоянию здоровья, не выходящим из квартиры, урны для голосования приедут на дом. А те, кто по каким-то причинам не сможет добраться до избирательных участков по месту жительства, смогут проголосовать по открепительному удостоверению. Мы призываем вот тех, кто серьезно должен относиться к тому, что он будет отсутствовать в день выборов и не сможет прийти в помещение для голосования на своем участке, озаботиться и получить удостоверение. Напомним, 18 сентября петербуржцам предстоит выбирать как депутатов в городской парламент, так и в Государственную Думу страны. В общей сложности избиратели получат по 4 бюллетени. Исключением станут часть жителей Кировского и Колпинского районов. В поселках Саперный и Понтонный, а также в округе Автово в этот день пройдут еще и выборы депутатов муниципального совета.